Вот что я тебе скину. Да, я все в эфире. Я запустил уже. Сейчас я ссылку на трансляцию заброшу. И в радио начну эфир. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас внеплановая такая... Такая, почему-то сказала в женском роде, такой эфир экспериментальный. Вы знаете, я люблю всякие эксперименты, в том числе социальные и образовательные. И вот сегодня эксперимент. Может ли ученик младшей школы найти себе кого-то в Майнкрафте, родственную форму жизни, так скажем, или он сможет найти себе только... Только кого? Ну, знаете, такие дяденьки, там есть стереотип или не стереотип, или это правда, дяденьки стоят у детских площадок и смотрят. Я на самом деле как-то в каком-то торговом центре ждал дочь с каких-то занятий, и там на третьем этаже оказался каток. И там всякие девочки катаются на катке. Ну, вы знаете, да, я так увидел, довольно много дядек там стоит просто. Не думаю, что все это папы этих девочек, которые там катаются. По крайней мере, не все. Ну ладно, не об этом. Так, сейчас ссылка на трансляцию будет выброшена. А также мы находимся в Мумбель конференции. Привет, конференция. Привет. Процент, а у тебя так шумно, да? Такой это звук какой-то. Ну ладно. Это вот у меня ноутбук, у него кулеры так работают, и микрофон вот плохо реализован, поэтому вот шум кулеров. Нет ничего хуже встроенных в ноутбук микрофонов. Ну, кстати, у последних ноутбуков как-то получше с этим сделали. А вот эти какие-то выпускались, которые поколение, там совсем беда была. Так, ну ладно, сейчас мы постим ссылку на поток. Давай сразу, Мумбель, дорогой товарищ, есть дельные идеи. Ну, так ты заходи, наоборот, к нам тогда. Так, ссылку на видео я закинул. А, ну и что у нас, собственно, есть? У нас есть какой-то лаунчер, я не знаю, что это такое. Ты можешь объяснить, как это работает? То есть, почему это open source и GitHub это не блокирует? Лаунчер это что? То есть, он загружает какие-то Java... Если это Java-версия, он загружает исполняемые файлы просто откуда-то с серверов этого Mojang или как? Ты здесь? Ну вот из того, что я понял, пока вот отошел, вот есть три вот версии. Это Bedrock, вот обычный Java Edition и Mojang. Вот из которых Mojang, когда загружается, вот он требует кучу ресурсов, вот жрет много памяти и достаточно тормознутый. Поэтому Mojang он бесплатный. Вот, а для Bedrock и Java Edition последних версий, вот как я уже сказал, потребуется аккаунт и вот, скорее всего, платная версия. Попробуй. Ира, мы его заманили, подключайся скорее. Так он тут был, куда-то отошел. А так, Java я не установил, да? То есть в этом лаунчере Java нет встроенной. Мне ее нужно просто с официального сайта скачивать. Java, да? Да, тебе потребуется Java, по-моему, то ли 7-й, то ли 8-й версии. По-моему, 8-й. А если я установлю 19-ю или какая тут я? Он тебе будет писать ошибку при запуске. Блин, а вот это... А, нет, подожди, это другая линейка какая-то, елки-палки. Вот Java версия 8, апдейт 411, релиз 16 апреля 2024 года. Так... Вот установка Java шла.
Да, а ведь когда-то устанавливали, как он назывался, Java дополнение-то в браузере, чтобы в браузере Java эти работали, веб-приложения. Да, они, Было время. в общем-то, работают. Ну, что-то как-то отказались в большую часть. Так, и что делать? Назад, назад, далее. No version not currently available. Обзор. Так, и где Java искать? Куда он ее установил? Это какой-то этот компилятор Java, да, должен быть тут? Куда он ее установил-то? Блин, я не запомнил, какой путь у нее был. Он тебе, возможно, в призме автоматически подгрузится. Нет, ничего не подгружает. Что это за кнопки? Так, ну я попробую установщик перезапустить полностью тогда. А по поводу Java, я не знаю, актуально это для вас или нет, но я как разработчик был вынужден поставить себе Java 8, Java 11 и Java 17 одновременно. Так, путь до Java. Автоопределение. Проверить. Нет доступных версий. Ну и как это понимать, ё-моё. А ты что поставил из Java? А, 8. А, или он не установил еще? Что-то я Лёш, не ты куда пойму. нажал? Нет, он ее еще не установил, что ли? Как-то странно. Я вроде нажимал там Next, Next. Что происходит? Что мы там? Зачем нам Java? Мы учимся, учим Сережу играть в Майнкрафт. Не меня. Да, вот мы учим Сережу устанавливать Майнкрафт. Не работает все равно автоопределение. Так, я может его перезапустить? Его это кого? Лаунчер. Ира, мы его заманили, подключайся скорее. Ну, у Сережи проблема, Майнкрафт поставить надо. Зачем вот? Error could not create the Java virtual machine. A fatal exception has occurred. Теперь Так, пишет нам. идешь в Google, пишешь Java SE download. Качаешь версии 8, 11 и 17. Все три. Версия 1.8.0. Так. Да. Вот, сейчас вы, анончики, услышите очень много новых слов относительно компании Oracle. Не, подожди, кажется, я понял, в чем тут дело. Блин, а что так все сложно? Я какие-то лаунчеры скачивал, не было ничего этого. Это потому что, наверное, все open source и... Так. Есть такая песенка, потому что только платное может быть хорошим. А как же программирование стартапа? Будет программирование стартапа, так что, ну, что делать-то? Вот, я не знаю, меня уже на этом этапе начинает потряхивать, Сереж, когда такое происходит. вот тебе ссылку я скинул в Mumble. Oracle.com. Вот качай этот троян и попробуй заинсталить. Может быть, тебе только его хватит. Там в мануале к призму указывается, что надо качать 8-ю, 17-ю и 21-ю версию. Ну, это только 17-я. У меня вот, например, стоит 8-я, 11-я и 17-я. До 21-й я не дошел. Объясни А мне, там да. зачем они такой зоопарк развели? Почему у них каких-то линеек, куча каких-то нумераций? Сереж, так получилось. Почему у них есть одна ветка с одной нумерацией, с другой и А 17-я? почему я сижу с лузерами в конфе и не зарабатываю Так, 300 тысяч подождите. наносекунду? 17-я еще какая? 21-я и 8-я.
17, 21, 8. Почему-то это находится на странице архивной загрузки. Вот я еще скинул ссылку T-Launcher, вот, но говорят, что в нем троян. Так, подожди, а где 21-ю? Я вбил 21-ю, Java SE 21, Oracle Java, куча каких-то бинарников, файлов, SDK. Что из этого скачивать-то вообще? Выбирай JDK, чтобы уж наверняка. Windows X64 инсталлер, MCI инсталлер. JDK. Вот, а то... Там троян, ну так, все же лучшее детям. Коль, ты знаешь, кто это? Посмотреть в системных требованиях вы не можете, какая жаба ему нужна? Не, не можем. Ты хотел свой канал на Ютубе создавать? Да. Не надо создавать, видишь, у тебя уже есть слушатели и зрители. Поверь мне, они намного качественнее, чем те, что ты на Ютубе найдешь. Вот еще когда... вот этот троян поставь. Ты знаешь, что такое троян? Нет. Знаешь, что это троянский конь? Нет. Почему у вас? Сережа, не трогай ребенка, просто ставь троян. А чем тебе эта игра-то нравится? Это просто популярная игра. Популярная игра? Ты хочешь как все? Просто он Genshin Impact еще не видел. Ты видел Genshin Impact? Ну, видел, да. Он видел Genshin Impact. Все он видел. Сейчас на Ютубе все они смотрят. Так. И вот эти вот файлы. А, ну вот, вроде все. Проверка Java прошла успешно. Ура, победа. Нажмите «Добавить установку игры, чтобы начать». «Добавить сборку». И какую сборку вот мне выбирать? Напишут. Нахуя JDK, если для приложения хватает JRE? JDK только для разработки. Совершенно верно, но мы чтобы наверняка. Потому что какая-нибудь параша внутри, скорее всего, хочет перекомпиляции или захочет какие-то заголовочки от JDK. Или захочет как-то... ну, в общем, динамически сделать интроспекцию. И вот тут ему уже понадобится JDK. Ну и мы сразу выбираем JDK. Чтобы наверняка. Тут есть компетентные люди. Что такое загрузчик модов? NeoForge, Forge, Fabric, Quilt, Lightloader. Все мне знакомые понятия. Какой-то школоте лет 10 назад помогал что-то настраивать, но я уже ничего не помню. Ну вот, короче, есть вот есть лаунчер, который ты скачал, а есть загрузчики модов. И вот моды пишутся под эти загрузчики. Вот Forge, он несовместим, вот еще второй, как вот ты назвал, с фабриком. Вот. А, то есть они несовместимы между собой вот в новых версиях. А, все эти моды пишутся вот под определенный загрузчик модов. Поэтому нужно вот уточнить, какой мод тебе хочется поставить, и в зависимости от этого мода и ставить этот загрузчик. А что такое импорт, это лаунчер, курс Forge, FTB Legacy, мод Rint, Technique? Господи, вот это вообще, это, конечно, вынос мозга сразу. Столько каких-то названий, опять значков, цифр. Вот, пусть ребенок мне объяснит, что он хочет делать в Майнкрафте. Я до сих пор не понимаю, для чего он нужен и как в него играть. Почему ребенок не хочет играть в Half-Life, например, как я раньше? Да хочет, он просто во все хочет, и в это тоже. Так, да почему ты хочешь, что ты хочешь в Майнкрафт? Майнкрафт, а не Half-Life? Ну, в смысле? Какой мод ты говорил там с этим паркуром? Park-ul. И вот как парк кул, он говорит. Парк кул? Да, парк кул. Парк кул. Да, парк кул. Ты по буквам там даже говорил. Скорее всего, какой-нибудь парк кул. Парк кур. Он смотрел из этого в Ютубе фрагмент сериала «Офис», где они там паркур. Паркур. Паркил мод.
Манго. Ну так, вот, ну, я вот уже сошел на курс Форш. Из... Вроде, да. Да, вот. Да, прости, перебил. Ну вот, ты, собственно, то же самое повторил, что он для курса на курс Forge, ты увидишь, что мод лоудер стоит Forge, типа для вот этого паркура. То есть мне ставить вот эту версию 1.24, да, максимум, потому что здесь последнее обновление 7 мая 2024 года. То есть они его обновляют, но версию все равно не повысили, да, как бы поддерживаемую. Я в этом не шарю, я тебе так скажу. Я просто сам методом тыка также потратил и убил вот время, как вот сейчас ты это делаешь. Вот. Forge. То есть я не умею играть ни в Minecraft, просто я это ставил, вот и в свое время потратил вот денька два на то, чтобы это все засетапить и разобраться. Я думаю, тут даже мода, наверное, как-то автоматически ставится или нет. А версию какую выбирать? 9 мая? Обновить. Ну вот, наверное. Окей. 1.24. Редактировать, изменить группу, папку, экспортировать, копировать, удалить. Мама моя дорогая. Обновить. Пушистый котенок, чё? Как ты думаешь, да, кстати, зачем они сюда? Ставь ребеночку Stray и Little Kitty Big City. О, я знаю Little Kitty Big City и Stray, только Stray у меня не пошел. А вот сейчас папа колдует, и Stray у тебя пойдет. Так, основная папка, набор иконок. Основная папка модов. Ну, может, и Little Kitty Big City не пойдет. У меня папа сейчас... Папа продаст печень и купит новый компьютер. И все будет работать. Учетные записи. Добро пожаловать в весь... Так, я ничего не понимаю. Ладно, мы тогда запускаем шлю. Лаунчеры как? Они просто в папку? Ну, типа, я скачиваю и кидаю в папку, да? Main файл, jar файл, install, открыть приложение Prism Launcher, ничего себе, прям так, и что оно не открывается, а, выберите сборку, в которую вы хотите импортировать этот мод, ничего себе у них сервис, так, ничего, ну ладно, запустить, чтобы выиграть в Minecraft, вам нужно войти хотя бы в одну учетную запись, владеющую игрой. Открыть менеджер учетных записей. А какие учетные записи ты имеется в виду? Какие-то официальные, что ли? А, вот, войти через Microsoft, добавить автономную. А если я не войду в Microsoft, то что, я на серверах не смогу играть или что? Я не понимаю. Ага. В чем разница? Ну, давай зайдем через Microsoft. А ты бы хотел поиграть? А ты хотел бы поиграть в The Witness? The Witness? Я эту игру не знаю. Вот, Сережа, поставь ребенку The Witness. Так, ну слушай, а если автономную, прежде чем добавить автономную учетную запись, вам необходимо давать что-нибудь Microsoft? Блин. Это игра какого жанра? А вроде картиночки красивые вот в этой игре видно, я сейчас сам смотрю. Это ведущий, это что за игра, не пойму, аналог Майнкрафта какой-то, что ли? Это головоломки. А, с головоломку. Можешь я удерживать знаю, вот эту кнопку, вот scroll lock, чтобы говорить, туда тебя не слышно. Вот.
Держусь. Европа Универсалис тоже годно. Витнес — это очень красивая игрушка, но там головоломки очень простые. По сути, это симулятор ходьбы. Примерно как Индика, но очень красиво. Симулятор ходьбы? Да. Процент, как ты относишься к игре Индика? Ну, для детям, наверное, я бы ее не рекомендовал бы для игры. Зато красиво, скрепно. Она нарушает вот психику. Вот взрослым только можно в нее играть. Короче, Сережа, не слушай никого, ставь Витнес и ставь Индику. Сверху полирануть Not for Broadcast. Ну вот Витнес, кстати, вот я картиночку тут запостил, достаточно такая графика, вот детская, красивая, вот. То, что ты запостил, это достаточно слабенькое начало, там дальше такой графон пойдет, что ух! Какое изображение. А, еще крутой Microsoft Flight Simulator. Лау! Это придется, Сереже, продать не только свою печень, но и печень Марины. Ну тогда можно этот опенсорный X-Plane. Слушай, ты давай определись. Или очень красиво, или open source. Ну весь прикол в том, чтобы полетать. Ну, полетать можно, конечно, в open source, но хотят обычно не летать, а хотят красиво. Вот, красиво – это все-таки Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. Что делать? Демо-версию выбирать или покупать? Что делать-то? Витнес покупай. Lift Off. Крутая игрушка. И полезна будет для трудоустройства. А на Рутрекере нету какой-нибудь вот лицензионной версии? На Рутрекере как раз есть и Витнес, и Индика, и даже Not for Broadcast. Не, мне понять бы, что с этими серверами делать. Так, значит, GStream, или как там этот называется? Сережа, вот я открыл твой поток, и здесь тебе на чистом русском языке говорят: эта учетная запись не владеет Майнкрафт. Теперь к этой учетной записи прицепляешь свою нигерийскую кредитку и покупаешь Майнкрафт. Все очень просто. Так, вот ключ, значит, да? Ключ я смогу активировать или нет? Так. Описание товара. Вы получаете 25-значный код для загрузки Майнкрафт. Глобальную версию египетскую. Так. Если Сережа, глобальную... обрати внимание, тебе его нужно не загрузить, а запустить, да, я и владеть. Вводите свою учетную запись Милкософт в любом браузере, на смартфоне или ПК, перейдите по ссылке, введите ключ, активируйте его. Так, ну что, это подходит вроде. Зайдите в Microsoft Store. Так, ладно. Купить за 1900. Так, сейчас... Ну, я бы, наверное, смог оплатить, если бы это было лично моим уровнем. Minecraft Deluxe Collection. Это того стоит. Вот тут советуют Talos Principle. Я боюсь, я сам это дело не осилю. Ну, тоже очень красиво. Так, сейчас.
А звук вообще есть в радио и в видео? Так, еще красивый. Я в видео его выключил, слушаю вас в мамбле. Так. Смысл играть с приватами тоже нет, поэтому все ересь. Так. Че-че-че. Ладно, сейчас. Нам понадобится чуть-чуть времени. Вот раньше как было. Купишь на рынке деревянную игрушку, прибьешь к полу, и ребенок кается. А сейчас сколько заморочек. Ну, Чайф, там вот на рутрекере вот раздача есть. Я думаю, она ускорит вот весь процесс установки. Да не, на рутрекере тоже какие-то там лаунчеры, тоже что-то... Тут же суть все равно... В чем суть? Я так и не понял, в чем суть, если честно, но учетная запись все-таки нужна там для... Ну, то есть отсутствие учетки ограничит все-таки доступ на серверы. Я правильно понимаю? Или на серверы? Я так и... Я не знаю ответ на этот вопрос. Ну, типа, если я сам разверну сервер, то да, я смогу сделать так, чтобы туда заходили люди с разными учетками, верно ведь? Наверное, да. Потому что вот на рутрекере 1.20 версия, а на серверах, по-моему, уже то ли 1.22, то ли 1.24, не помню. Сереж, плюнь на все и качай индику. О, Dwarf Fortress. Так, сейчас все. Ждем-с. Я бы на стрим индики от Сережи бы посмотрел. Сереж, не хочешь стать игростримером? Угу, сейчас. Нет. Это просто сын, а так... Так, сейчас. Да ё-моё. Да ты просто сначала демо-версию запустил и посмотрел, она вообще запустится у тебя или нет. Еще была замечательная немекая игра Грезо. Никто не хочет строить лигу по Виктории Третьей. Лигу Анонфэм. Я где-то видел Виднес. Что ты видел? Виднес. Виднес. Так. Еще раз пробуем. То учетная запись не владеет. Как не владеет-то, ё-моё? Может быть, перезапустить лаунчер? Ну, давай. Только я все равно одного не пойму. Где там эти адреса серверов искать? Я какие-то сайты находил, где их там миллион. Там ничего не написано. Или написано, какой это сервер, кого туда пускают, с учеткой, без учетки. Чем разница? Я что-то вообще не понимаю. Тем временем у меня забрали телефон и гуглят индику. Он что, он и обзоры посмотрит на ютубе. Ну что, откуда он узнает все? Кого-то смотришь там. Как этих блогеров-то зовут, которые эти обзоры делают? Я не знаю. Олежа ты смотришь еще? Да. Сережа, ты уже 100 баксов за пиар-параши проплатил?
Ну, он прав, ты ему счет выстави. До 18 лет за него ответственность несет. Нет, я имею в виду блогеру, которому про... Так, остался единый шаг. А рекламирует твой ребенок. И ты. Внимательно выберите ваше имя. Что писать? Пиши Вася 666, вот твой нагибатор, а Россия вперед. Чё? Почему нельзя это и выбрать имя? Верта, может быть. Уже существует. Так это же я сам. Ну тогда Верта. Ты не записал 666, Россия вперед. Could not create profile. Сервер ответил ошибкой. У тебя VPN должен быть включен, скорее всего. Так он у меня включен. Я еще игру пересмазываю. Попробуй другое какое-то рандомное с циферками. Может, валидация просто не проходит. О, видите, среди чего-то. То же самое. Блин. Перезапусти лаунчер. Или даже обнови, потому что в левом углу вот написано вот 8.3. Написано... А это и есть 8.3. Нет профиля. А, может, профиль надо создать с официальной версии сначала? Кстати. А зачем тогда лаунчер, если есть официальная версия? Официальная версия поддерживает моды? Нет, особенно паркур этот. Так я же правильно понимаю? Да, Bedrock не поддерживает. Ну, надо сначала, моды. Значит, официальную запустить, я так понимаю, зайти, и потом зайти уже через лаунчер. Официальный сайт-то какой? Minecraft.net? Так, инсталлятор. Скачать лаунчер для Windows 10 11. У них это тоже лаунчер называется? Ищешь что-то другое? Нужно скачать что-то другое, не Minecraft, Java, Bedrock Edition. Блин, какой же зоопарк, а? То есть у них что, в одном инсталляторе обе версии теперь? Кстати, в Little Big Kitty Big City можно стать демоном. Вот, ребенок хочет стать демоном. А в Индике мы изначально играем за монашку, которая общается с демоном. А демона озвучил Ефим Шифрин. А, Индика это какое-то недавнее, да, я все. У нас не потянет, в общем. Там, наверное, у меня даже тянет. А что у тебя? У тебя... У тебя... Нет, не Windows. У меня максимальная видеокарта, которая у меня в доме есть, это интегрированная в Ryzen 5 5600G, я не знаю, что там, 7, как он там называется. И... У меня древняя 1070. И у меня еще... Сережа, у меня древняя 1070. На ней индика вполне себе идет. А еще у меня 1030, по-моему, Nvidia 1030. А брат недавно своему сыну купил RTX 3050. Теперь он крутой. Еще у меня есть игра про Вторую мировую войну между русскими и немцами. Короче, ребенку нужна индика.
Сейчас приложение недоступно в вашей учетной записи. Проверьте, введены ли вы в стор и попробую еще раз. Нет, Titanfall устраивает. Блин. Что устраивает? Titanfall. Titanfall? Че? Ну, игра у меня же это есть. А, Titanfall? Да. Titan читается так? Ну да. Дай ребенку поиграть. Дай ребенку индики. Меня больше. А потом поставишь Майнкрафт. Меня устраивает. Сережа, ты ведь хотел, чтобы ребенок как бы обучался, как бы на работе. Да. Еще меня устраивают шутеры и игры на физику. Физику? Да, физика и шутеры. Вот, есть игра такая, называется Not for Broadcast. Ты оказываешься в студии телеканала, вечерних новостей. Вот, и тебе нужно работать, вот, собственно, оператором пульта. Вот, собственно, все максимально приближено. Игра замечательная, отличная русская озвучка. Все на русском. Прям вот я тебе вот скажу, как человек, который работал на телеканале, ну так имеет небольшое отношение, очень все подробно, все очень точно. А какой жанр этой игры? Ну, там нужно переключать каналы. Вот, причем очень быстро переключать. И жанр, ну, она такая самобытная, я не знаю, какой это жанр. Нам пишут, господи, да интика это ваша полнейшая скута, как игра. Игровой процесс отсутствует, детям такое неинтересно. А мне зашло... Меня еще устраивали вот симулятор бога, как World Box. Ну все, здесь точно Sims надо. Sims? Это в эту игру моя сестра средняя играла. И ты будешь играть. Ну, ты это... же будешь за... Но ты же это... будешь своей сестрой донашивать одежду, там, футболки, лифчики, ну и игру доигрывать. Вот, кстати, вот я бы... Вот это тот момент, когда я вот скажу, что пацану нужно поставить San Andreas вместо Майнкрафта. San Andreas? Я не знаю. Вот GTA-шечку. И у меня с есть модами, примерно 11 тысяч модов для GTA-шечки. Все скачаны. А вот паркура-то у тебя нет. Паркур для GTA-шечки тоже есть. Паркур для GTA, ты скачиваешь GTA и просто сразу паркур без модов. Вот, ребенок разбирается. Там есть паркур сразу из коробки. И у меня 11 тысяч модов для San Andreas. А Галис мод кто-то знает? К сожалению, знают. Это какой-то мод от GTA? Нет, Галис вот мод это... Вот мне пишут, зашла индика. Потому что ты старый дяденька, и у тебя нет нормально работающей нервной системы, чтобы играть в геймплейно-ориентированные динамические игры. Да, в Not for Broadcast мне явно не хватало реакции. Короче, Сережа, ставь Not for Broadcast ребенку, но сам выйди из комнаты при этом. Так, ну что, пробуем еще раз. Да, вот это, разве в этом разберется 13-летний ребенок, не говоря уже о 8-летнем? Тогда надо ставить индику, в индике точно разберется. Xbox.
Винику достало свое разрешение. Начнем. Ну, что-то качает. Вот видишь, хорошим может только платное. Буду эту мантру повторять. Нам пишут, ребенок не разберется. Классика. А какой отец, такой ребенок. Помните, реклама такая была? Бобриха будет довольна. Не знаю, почему я не вспомнил. Так, Trying to log in via Mojang аккаунт, вы войти через Microsoft. Да ёлки-палки, сколько же тут экранов, а? Прям такой квест. Я все больше начинаю ПК уважать. Вот если бы это был Xbox, то ничего бы это не... Или там еще больше было бы танцев. О. Нам пишут. Нет, просто Сережа, запятая, ты за главными буквами заебал, точка, просто. Скачай ты launcher.org. Сережа уже его скачал, понимаешь? Так, хватит ругаться, во-первых. Пожалуйста, просьба. Я понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом не приходят, но... На детской площадке ты видишь, что нам написали? Или меньше, чем тут? Ты видишь, что там нам написали? Сейчас я прочитаю. Ребенок не разберется, классика. Так, что, где? Не знаю. В Мамбле. Т-лаунчер. Ну, скорее всего, Titanfall в этом числе никто не знает. Да все тут все знают, Коль. Тут дяденьки, которые по 20 лет в игры играют. Представляешь? Просто играй E-M-S-N. Тебе лицензия ты и себе мозг в, нам и сыну уже кончено ты МБ. Так, все, сейчас чуть-чуть осталось. Я же не знал, что оно так долго и так мучительно. Мы уже почти у цели, друзья мои. Нет профиля. Так, сейчас, погоди. Запустить. Во, все, пошло. Правильно. Наконец-то. Сейчас, погоди, вот это сейчас запустится. О, оно, походу, еще половину интернета сейчас скачает. Сережа, давай сделаем инфокурсы по установке Майнкрафта. Что это такое? А, это официальный, видимо, загрузился. Narrator of Accessibility Settings. Ничего себе. Language. Было бы прикольно, что русский не поддерживается. Русский запрещен. Но ведь многие украинцы тебе на русском. Уже пошутили то, что тебе ты говоришь на русский. Страна Москва. Сейчас да я. Не, погоди, вот это сейчас запустится. Ты же хотел с этими, с модами. Да. На официальном модов не будет же. Нет, на официальном Java Edition, конечно, моды есть. Какие? Официальные? Ну, вот этот вопрос лучше нашему алкоголику, который в качалку пошел. Вообще, Сережа настолько скучный, что у него даже обои стандартные. Но это моя фишка. Стандартный отец, стандартные обои, стандартные фишки. Ладно, мы установим обои от Балдженоса.
Я когда-то занимался бодибилдингом. Ну вот, тебе надо с обсидианом в качалку было пойти. А что, надо сходить с ним Бодибилдинг реально. это хорошо, это круто. А какие стероиды ты принимал? Лучше спроси у него, какие мышцы он прокачивал, он тебе расскажет. Какие ты прокачивал? Дельтовидные? На ноги, бицепс, трицепс, предплечье. Еще что? Пресс, спину. Ты все мышцы знаешь? Нет. Лучевидные, где находится? Или я выдумал такое? У меня галлюцинации. Чем занимаемся полдня? Да, а потом же ведь все это надо будет на его комп еще перенести. Да. Печаль, беда. Тебе нужно будет не перенести, а купить новую лицензию. А, вот еще какое-то окно появилось. Ошибка, что ли, какая-то? Ошибка, да. Чего тут пишут нам? Эта сборка несовместима с Java 21. Переключитесь на одну из следующих версий Java для этой сборки. Java 17. Ой, блин. Тебе сказали 17-ю качать, а не 21-ю, блядь. Подожди. Во-первых, не ругайся, а во-вторых, так, подожди, а почему такая рожица? Ты же другую... А, ты не там это выбирал. Так, отредактировать. Заходи в настройки вот этого ярлычка. Версия, моды, серверы. Вот в настройки там есть. А, да, вот, жаба. Не-не-не-не, вот ты там был, вот верни. Верни, куда вот ты был. Вот верни в то окошко, вот... той версии, вот которая сейчас была до этого. Редактировать. Ага. А, настройки. Вот настройки. Да, и вот тут, по-моему, и выбирается она. Закрыть. Только она, по-моему, на 8 будет запускаться, а не на 17. Ну попробуй на 17. Ну там же вроде они написали, что это. У них не продумано. Обрати внимание, 21, оно не работает. Надо установить следующую Java, например, 17-ю. Что, мы ждем просто? Оно запускается или что? Да, ну и квест. Это Сережа еще не подсопоставить My Summer Car. О, смотрите. Куется что-то. Это ты, получается, Forge Launcher. Вот видишь сейчас перед собой. Угу. Вот он говорит Parkour has failed. А тут что пишут? Это, скорее всего, вот как раз-таки из-за того, что у тебя 17-я Java, а он сделан под 8-ю. Ну-ка, крэш откроем. Уверен, что в крэше будет то же самое. И что пишут? Modlist, Forge, Memory Slot, Memory Card, Graphics Card. Stack Trace. JavaLang exception mod logging has failed. Почему? Ну, Сереж, тебе здесь все написали, почему? Есть еще квест, который называется Clicks. Для прохождения я его, у меня несколько дней прошло. Понравилось. Короче, давай, Сережа, Java 8. После 17 идет следующая версия, 8. А, 8 я так и не поставил, да?
Так. Java 20. Как там сказали, RE, Runtime Environment, как он называется? Качай JDK, не слушай их. JDK. Installer. JDK. Solaris. Java SE. Так, Java SE Development Kit, вот это? Да. JDK. Еще в Little Kid и Big City можно стать футболистом. Ну все, Сережа, Little Kid и Big City, давай ставь, быстро. У меня что-то случилось, Сереж, с VPN. Java тоже посылает меня. Это печально. Маст вообще во всем лучше Майнкрафта. Блин, он просит авторизоваться в учетную запись Oracle. Да ё-моё, они с ума посходили там все. Я же говорил, что Сережа будет очень рад компании Oracle. Итак, Сережа, вот открой новую вкладочку в инкогнито. И переведи ее вот на этот экран, чтобы мы все видели. Сейчас будет от меня мастер-класс по скачиванию Java 8. Не, я сейчас ее с торрентов откуда-нибудь скачаю. Блядь, Сережа! Ну на, что? Что ты мне хочешь сказать? Ну, мне пока еще... А? Вот. А, идешь, значит, нажимаешь download, и тебя просят залогиниться. Вот, а, TargZ, подожди. Нажимаешь галочку, что я почитал лицензию, download. Ты, кстати, не то качаешь, чем ты качаешь TargZ. Вот. Это то. Вот. Теперь где вход, молодец. Берешь ссылку сверху, там sign on Oracle.com, по-моему, да? Так, и... Копируешь вот это слово. И открываешь в соседней вкладке bugmenot.com. Bugme, ю вторая буква. Да, bugmenot слито. bugmenot.com. И дальше что? Нажимаешь Enter. Вот это? Вот это? В появившемся поле, да. Вставляешь этот сам sign-on и жмешь поиск. Сережа, я вот в группе скинул ссылочку, просто вот по ней, если перейти, оно качается. Вот, а теперь дали тебе логин и пароль. Ты можешь залогиниться. Круто. А, хотя нет, тут действительно теперь надо входить. Прошу прощения. У тебя... А что делать, если нет фэна? У тебя... Ну так тебе мастер-класс по скачиванию Java. Да, круто. А если анон FM сюда вбить? Или у нас нет такого? По морде получишь. Анон FM не багает. Вот примерно так я качаю бинарник с Oracle, с ST Microelectronics и так далее и тому подобное. Просто очень интересно, что для тех версий он это не спрашивал, а для этой ему прям понадобилось. Кстати, так я где-то на 3D Today, что ли, обитал, и там мне даже работу предлагали. Мне интересно, что подумают другие люди, которые также логинятся. Все, сейчас запускаем уже. Все. And okay, let's go.
Конечно, это такой квест. Пап тебя, скорее всего, обманывает. Я стал уважать, прям уважать стал эту игру. Так это 1.8 отображается туда, что мы установили как 8, отображается как 1.8. Да. Как вообще это? Что за бред, а? А почему тут два компилятора в двух разных папках? Один x86, второй x64. Ну да. Так, опять он говорит, что нет. Он говорит, что... Папа обманул. Ладно, взрослые обманывают. Несовместимо с Java 8. Java 17 говорит. Блин. Так. Может x86 выбрать? А мод посмотри, с какой версией Java совместим. Проверка обзора. Да, кстати, обновить мод и почитать описание мода, это тоже неплохая идея. Сейчас, погодите-ка, у меня есть идея. 17, а 17 только x64. Может, нужна 17.86? Так, ну ладно, сейчас мы посмотрим. Подожди-ка, Скуль, стой. Сбудется, что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут! Game Versions 1.24. У нас какая... 1.24, все правильно. Created, бла-бла-бла. Тебя просили Java проверить. А где это написано? Я читаю. Ну, где-то ведь написано. А шо в нем, шо в нем? Ну, где-то ведь оно написано. Comments, files, images, relations, source, issues, wiki. Тут даже wiki есть. Parkour guides. Так, index. Ну и где? Вот кто это писал? Я в игре на физику Besides стал машиной убийства. Вон, видишь, Сережа, раздел for developer. Можно учиться программировать. Давай спасать Россиюшку, программируя паркул. Да ё-моё, а. Видишь, как просто играть в Майнкрафт. Весело. Не, я прям зауважал эту штуку. Лого. Докс. Вот, блин, ну как, почему не написать требования? Вот вы нафига написали документацию? А ты не пробовал читать ритми, а не просто, блядь, скроллить его на огромной скорости? Вот я читаю, читаю, где я не вижу здесь. На, вон там паркул Гуиде. Где? Внизу! Ну, чё? Читай! Мы тут уже были. А здесь, знаешь, их еще больше. Читай их все. Нет здесь ничего. Actions, features нет здесь. Так, source, issues. Это эфир дневных аутистов. Что происходит? Мы пытаемся помочь Сереже поставить Майнкрафт для ребенка. Ребенок где-то там бегает и вставляет свои комменты. Game versions. Ну давай пока отключим этот паркур. А он же все равно на серверах не будет работать, правильно же? Ну да. Скорее всего. Не будет. Так тебе что? Сказали крашлог внимательнее почитать. Так, disable. Крашлог. Версия вот 1.21. Может это просто какая-то версия? Крашлог, ну сейчас.
Ну ладно, давайте почитаем чуть-чуть и уже все. Так, ну вот краш лог. Краш репорт. А у него сопутствующих модов не было вот требований для установки. Да вот нет, я просто не смотрю. Не видно было. Там, короче, в шлоге у него не хватает каких-то классов. А зачем его ставить? Есть же готовые, просто берешь, подключаешься. Мы тут даже лицензию купить успели. Так, Сережа, ищи класс not found. Там была такая вещь. Где-то вот посередине этого длинного бэкейса, вот, была ошибка. Я еще играл в игру That's Not My Neighbor, но там я не разобрался, как с телефоном пользоваться. Вниз скролли, зараза. Ну, сочмет. И тебе нужен exception, а не error. Exception. Exception тут один раз встречается, два. Вот а тебе вот нужно этот самый exception найти. Java Land. Вот, о, суч-метход. Вот ищи в интернетах net, minicraft, forge, network, simple, simple channel. Вот, вот скопируй это в Google и ищи. Бля. Нам нужны курсы по выделению текста. Все копировать не надо, только название класса первого. Ну, может быть, так найдет. Ура! Этот метод был добавлен вчера. Optifine. Removing Optifine. Так, я не понимаю. Пойдем вот Fortune Changes Note. Чё? Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ту! Сереж, удали все то говно, что ты написал, и оставь только название первого класса. Там ребенок секс шепт. Да, походу ему природа подсказывает. Так, нет Майнкрафт. Нет Майнкрафт. Network Simple Channel. Это? Да, все остальное удали. Нет, после Simple Channel удали все. И? Вот, и, блядь, все удали. У тебя там длинная-длинная сочка. Сережа, во, наконец, неужели? Неужели получилось? Господи! Simp Channel должен быть... Ох, неужели? Неужели до Сережи дошло? Господи. И чё, ну, дальше? Channel, work там не было. Сережа, ты ищешь Simple Channel Work. Такого там не было. Там был Simple Channel. Опять не то. Нет, ты не... Да тут два раза встречается. Во,
да неужели? Сережа наконец-то сделал то, что я сказал с самого начала. Господи! Так, давай, либо нормально мы, либо хорош, все. Так, мне теперь ищешь, где встречается эта ошибка. И чё? Ну вот у тебя хватает вот этого класса, Simple Channel. Тебе нужно понять, возможно, его дает какой-то другой мод, который у него в зависимостях, или где-то есть мануал, вот как это разрулить. Вот самая первая ссылка, это что такое? Самая первая. Я сюда попадал, и до того, как ты мне сказал удалять лишнее, все то же самое. Так, давай пойдем на главную страничку этого сайта, nikouye.github.io. Нету главной страницы. Это печально. Так. Давай тогда попробуем. Блин, я только одного не могу понять. Выше. Так, Simple Channel. Нет тут ничего. Почему на странице с этим модом не написано, как его устанавливать? Forge. Так, попробуй тогда Forge Java. Блин, это не факт. Погоди, стой, сейчас. Может, правда, вот тут это его скачать, парку. Кстати, да, это неплохой вариант. Погоди, а ты как его ставил? Ты его с сайта скачал и сюда запхнул? Или вот через призм ты его поставил? С посылки. А, я просто этот момент не видел. Удали его, как ты его вручную поставил, и поставь его через призм. Два чую. И выбирай не в модре, не вот в этом моде, а в курс Forge. Ну, а там его и нет вообще. Вот, выбранная версия, бета. А, да. Она какая-то старая, это, блин, тут бета-версия, видимо, есть для этой версии. А там на сайте... Нажимай выбрать вот модификации для загрузки. Ниже кнопка. Вот, и посмотрите, подтвердите. Она просто не той версии была. А чё ж тогда в сообщении это не сказано? Блин. Жизнь, Серёжа, говно. А я и видел, тут версия-то 1.21 было написано. Я просто не знал нумерации. Все, я теперь запускай. Я просто не видел, как ты поставил. Я в другом окне просто работаю. Ты ё-моё. Ё-моё. Да. Вот это квест. 4 гигабайта. А, нет. Present to enable the narrator. Майнкрафт очень жорлив к памяти, если что. Language. Force Unicode font. Он. Этот шрифт надо было бы назвать всё, «Привет всё, зрению». Пускай. Продолжить? Угу. Наконец-то. Дай мне кожу оттуда. Ой. Так. Вон у вас есть моды, и вот там, по-моему, и настраиваются загруженные моды. Подожди, дай музыку потише сделаем. Угу. А где настройки-то тут вообще? Вам не нужны моды, вам нужен сервер с мини-играми. Нам нужна индика. Я не пойму, оно вообще работает?
Так ты же в сетевую хотел играть. Нет, я хотел мультиплеер. Нет никакого мультиплеера. Что значит мультиплеер? Режим игры выживание. Ты уверен? Ты уверен, что выживание тебе надо? Ты хотел на серверах же каких-то играть. Зачем это все делали-то? Ну ладно, запускай. Выживание будет очень скучное, доест за пару минут. Вам нужны, если у вас лицуха, вам нужны серверы с мини-играми. Это по двое, если про меня вообще. О, нифига, энергия. Ой, так, в пять. Смотри, как я выгляжу. Слушайте, а есть мод, вот березки здесь? А хочу мод, что вот рубишь березку, и появляется список там статус заготовленной кубатуры. После 3 кубометров приезжают менты и крутят тебя. Так, F5, F5, F5. Смотри, как выйти. Или нет, менты рандомно появляются, но если у тебя в остате больше 3 кубометров, то это уголовка. Если меньше, то административка. Но можно дать взятку. Конечно же, если есть чем. Нужен режим строить дачу генералу. Майнкрафт Сан-Андрес. Майнкрафт Сан-Андрес. Ну, а паркур-то попробуй, работает? Как? Что? Ну как это, там сочетания Шрифт. Какие-то, бегать? Так, ну я не знаю, как бегать. Ну, наверное, справка какая-то есть в чате. Help. Tell Random Forge. F5, давай. F5. Давай F5, чтобы видно было все. Так, все. Вот, все, я начинаю. Так, дай мне F5. Так, ну... Ну вот мы были на сайте, там как раз F5. Было описано, как это все дело. Короче, Сережа, продавай запись этого эфира как инфокурс для родителей по установке Майнкрафта. О, спрут. Я бы хотел сначала меч скрафтить. Ой, что-то спрутик. Так, Чего ты меня боишься? Тут какая-то графика другая, да, вроде? Ну, наверное. В сравнении с чем. Наконец-то. Сережа, почему твой ребенок пытается быть съеденным кальмаром? У него малолетний суицид? Я не знаю. Блин, зачем мне это написал? Ну что, на серверах-то будем пробовать? Ты про серверы, самое главное, серверы хотел. Ну, я не очень... Все, уже не очень хочешь серверы? Ты же хотел кого-то найти. Ну да. Ну давай. Ну сейчас я чуть-чуть поиграю. Ну, поиграй, я ладно. Не понимаю, как тут с паркуром-то. С паркуром? Ну надо документацию читать. Пошли читать. Сейчас. Сережа, ты что, с ума сошел? Там буквы. Ну я умею читать уже. Это скучно. Т.
Так, ну, сначала палки надо скрафтить. О, палки, палки. Так. Ну, давайте сначала топор, чтобы дерево рубить. Блин, зачем я меч создал? Ну, ничего. Создадим что-то новое. Топор, например. Сейчас я хочу построить себе дом. Я уже более-менее знаю, как это делается. Сережа, до чего ты довел ребенка? Он хочет построить дом и свалить от вас. Мне еще нужны овцы для кровати. Ребеночек-то разбирается. Так, ну, можно уже в принципе начинать строить дом. Надо еще найти место для дома, чтобы оно было ровное. Так, ну, давайте хотя бы F5 включим. Ну, вот, нормально. Так, тут шахты никакой нет поблизости. Так, ну, подходящего места пока что нету. Так. Ну, я вроде нашел место для дома, осталось там только деревья нарубить. Еще, наверное, дома я и ферму сделаю. Лисеша мне нужен. Мод вроде как мы запустили, но что происходит, я сам не знаю. В общем, ребенок решил построить дом и свалить от родителей. Так они его вот воспитали. Ну да, потому что это творческий режим, мне кажется, вот сейчас мы видим. Потому что у мода там я смотрел ролик в виде прыжков, он паркура включается. Вообще ребенок хотел в сетевую игру, чтобы с кем-то знакомиться. Ну, наверное, чтобы выпрашивать донаты и деньги зарабатывать матери. Нет, я просто хотел друга себе найти по Майнкрафту, и донат для меня не важен. Ну вот, тебе осталось вот где-нибудь в садике, в школе найти приятеля, которому тоже папа засетапит Майнкрафт, вот создаст сервак, и вы будете вместе строить какой-нибудь свой этот городок Битарск. Да, кстати, ведущий, можно вот так собираться вот анончиком и строить Битарск в Майнкрафте.
Мне это предлагали еще лет 10 назад. Я думаю, что у нас будет один дом на двоих. Так. Он уже рассказал то, что ему овца нужна для постели. Да. Я уже второй топор крафчу, потому что первый у меня сломался. Ничего доверить нельзя. Топор и тот сломал. Ведущая, в тебе есть педагогичность. Я просто вспоминаю свою мамашу. Зачем Майнкрафт, если есть Майнтест? Посмотрите на этого прыщеглазика. Ну чего, давай пробовать-то еще. Давай, а потом сам будешь играть, потому что, ну... Графон-то ничего так. Уже закат, а я ни одной овцы не свалил. Да, спать уже нужно, постельку нужно, а овцы все еще нет. Сейчас буду начинать строить дом. Дом не очень большой будет, конечно. Ну там я еще сундук скрафчу. Печь, склад сделаю. Так, давай-ка, пожалуйста, мы проверим эту сетевую игру. Еще. Ладно. Давай. Так. Надо разобраться до конца, а то мне потом дела надо делать. Угу. Давай, ты это потом поиграешь. Это я посмотрю, просто эфир проверю. Давай. Ну вот, я нажимаю сетевая игра. Так, это у нас Java Edition, да? Бета-версия Forge, могут появиться серьезные проблемы. Да, я тут просто кнопку не нажимали. Могут появиться серьезные проблемы, проверьте их перед отправкой. Вот мы куда можем заходить с этим клиентом? Forge 49. Ну вон у тебя Realm есть, это типа сетевая игра. Где? Ну вот, Realm, это игра по интернету. А, не, вот ниже, где какие-то яйца нарисованы. Или, а, это не яйца, это земля, видимо. Нажимай. Тормоза. Нажимай. Начиная с версии 23, Realm стал доступен для предварительных версий. Каждая подписка Realm включает в себе бесплатный Realm с предварительной версией отдельно. Вот вообще с этим зоопарком я тогда пробовал разбираться, что это, куда это, вообще какая-то дичь какая-то. Закрывать? Да, закрывай. Похоже, у вас Сережа, нет реалмов. Сережа, ты знаешь, для того, чтобы поспать, ребенку нужна кровать. Ну что вот, вам теперь надо такое? Найти друга, вы создаете реал, мы играете. Не, Realm это, видимо, там покупать все. А вот эти серверы, это просто в Гугле, если вбить серверы Майнкрафт. Ну ты до этого заходил на них? Ну, спрашиваю, же это рандомный ребенок Савит или сын Сергея? Сын Сергея. Подожди, сетевая игра, предложенная сторонними серверами, не является собственностью, не управляется и не модерируется Mojang. Больше не показывать? Вы можете столкнуться с немодерируемыми сообщениями в чате. Не щелкаемыми видами пользуется контент, который может... Короче, может нанести вред вашему здоровью, да? Этот контент может нанести вред вашему здоровью. Сережа, какой вред можно нанести ребенку, которому для сна нужна кровать, а для кровати нужна овечка? И еще несколько досок, точнее 3. Ну вон, и можно добавить сервачок.
Ну вот, мы с тобой это уже добавляли. Мы клиентам первый попавшийся лаунчер и так запускали. По адресу только... добавить? Да, да. По адресу? Их полно же было, этих серверов. Ты играл вчера уже. По адресу? Но он говорит, типа, ну да, по адресу. Ну, адрес сервера. Ну вот, просто вбиваем с сервера Майнкрафт. Млаки. Вот там пишут, если у вас официальный клиент, идите на сервер 2B2T, там будет весело. Строят все, радуются. Ой, 2B2, ну, баба, все, давай. 2B2T.org? Это анархия, нет, сервер какой-то. Ну, и там добавить была кнопка. А там можно друзей найти? Ну, короче, вот тут что-то можно найти или что это такое? А, 2B2T. Серёж, там была кнопка просто добавить. Не по адресу, а добавить. Так тоже можно. Ну, пить из лужи тоже можно. Пи, чтобы говорить. Пи, да. 469. Вы можете купить и тут купить. Можешь перевести? Давай, какие слова так ты знаешь? Пусть. Ну вот это как минимум можешь перевести? Ты можешь парс. Получается, купить. Ну. Ты можешь купить. Ну вот это слово знаешь? Фаста. Фаст. Это что такое? Это быстрый. Ну. Быстро. Быстро. Да, очередь как в поликлинике. 466. Давай. А, скажите, а кто здесь последний? Я за вами буду. Женщина в кофточке, вы куда? После вы еще придете? Интересно, это искусственный вот счетчик очереди специально для того, чтобы покупали. Ну и что надо же, и что надо делать сейчас? Ждать? Или действительно? А второй инстанс можно запустить или нет? Чтобы этот в фоне был? Не знаю, не пробовал. Попробуй. Кусора нет. А как ты точно определишь, вот твой второй инстанс будет влиять на очередь или нет? Ну, сборку точно можно добавить еще одну. Какой там был? 1.24. А я только на сервера с этой версии смогу заходить, так ведь? А там на серверах, наверное, совместимость пишется. Загрузчик модов. Ну, какой-нибудь... Какой был... Optifine — это не загрузчик модов, значит, да? Fabric, NeoForge. Ну вот популярные — это Forge и Fabric. Ну, тогда с фабриком. 24, 26. Может, это 26 сделать версия? Чтобы с ней можно было заходить. Снапшоты, релизы. А, ага. Так, вот запускаем. Когда... Сережа, вставь ребенку Cheat Engine. Cheat Engine. Ты знаешь, что такое Cheat Engine? Нет. Он еще не знает, что это. Во! Как раз будет играть в Майнкрафт через Cheat Engine. А вот я не знаю, если игра на паузе, он вообще двигаться-то будет, нет? Жанна. Видите, какое социальное взаимодействие. Мы еще в игру не залогинились, а уже 462 человека можем ненавидеть. Ребенок познакомится с тем, что такое очередь. Лучших традиций. Очень важный навык в этой стране. Для госуслуг очень важный. Так. Специальные возможности продал. Ну что, другой сервер посмотрим пока. Пока в том в очереди. А тут нету. А, есть. Тут как-то по-другому выглядит.
потому что эта версия более новая, 1.26. Потому что у тебя модов нету. Та идет в режиме вот Forge с модами, а это вот ты Fabric, по-моему, выбрал, я не помню. Fabric, да, модифицированно написано, 1.26 Fabric. То есть бета это касалось именно чего? Именно этой режима для ботов или чего? Так, ну вот. В фабрике у тебя там вещи, вот, а Forge это моды. Сервер мы ищем. Вот, видишь, список серверов. Вот. Давай посмотрим. Игроки. 269 из 2024. Видишь, тут 5000 игроков может быть. Тут 66 игроков. Вот здесь, ребеночек, 2000 человек мы будем ненавидеть. А вот здесь а все 5000 человек мы будем ненавидеть. А я не знаю, где можно строить. Вот кто тут... Вот мы сейчас спросим, может, кто-то разбирается в этом, где можно строить именно. Нам пишут Java Edition. Есть какой-то другой Edition Майнкрафта? Есть Bedrock Edition, написанный на крестах, но он считается не каноном и не true. Skyblock. Ну вот это какой-то Skyblock, что-то такое. 1.20 версия. Что, нас не пустят? О, Серёж, там был, был канал Призм. Канал Призм, да. Ты же хотел слы для этой страны? А, Skyblock это какой-то что-то... Не, Серёж, внизу там Призм. 1.25. А тут везде это написано, Призм. 1.21, 1.24. Вот. Какая полезная игра. А тут фильтров даже нету по версии. Ладно, пофиг, сейчас на какой-нибудь попробуем подключиться, только-то что-то... Блин, скопировать. Тут сразу выкатывается куча каких-то сообщений. Сервер предлагает использовать свой набор ресурсов, загрузить, установить его автоматически. Все, да нет, да нет. Да или нет? Совсем соглашайся. Там был радужный флаг. Да, так. Я согласен. Итак. Так, а где другие-то люди вообще? Что-то не пойму. Не знаю, может, тут их нету. Нет. А знаешь, что такое грифинг? Грифинг. Ну там же было написано куча народу, и где эти люди? Ты любишь грифи? Грифи. Так, ну я нажимаю W. О, нифига. А как я туда заспорился? Какой-то странный сервер. Обычно что-то регистрировать предлагают. Регистрироваться. Что? Как? Так, ну... Так и никаких проблем. Если таки хотите, можете таки зарегистрироваться. Стой, погоди. Стой. Таки недорого возьму. Player is offline, прикол. Мы в офлайне, в общем. И как? Слушай, а ты прав, действительно, целый мануал нужен для родителей. Вот твой эфир, который вот идет, это отличный видеокурс, инфокурс. Ну, зачем же людям показывать, как ты страдаешь так долго? Ну вот, чтобы люди понимали, нахуа и за что. Мы не в сети, слышишь? Нас никто не видит, и мы никого не видим. Давай попробуем на другой сервер зайти. Стой. Sorry, but you can't break that block here. Да, я знаю. Это просто системное какое-то сообщение. Да, тут нельзя строить. Ну давай, все, потом. Сейчас.
Потому что надо скоро заканчивать. А, Fade Cloud, you must wait 1 second before you can use the bow again. Нифига, я не Все, давай, все, сейчас, погоди. Давай инди к ребенку. Сережа, давай, ходи на трекер и пиши индика. Мы не добили, мы же хотели 5000, а что такое? Play volume. Вот это? Да, да. Тут же написано выживание, no grief. Что это значит все? Сережа, давай индика. Да погоди, погоди, ну ж надо понять сетевой, мы не добили тему же. Поставишь качаться индику и продолжишь. Не, в индику я не буду. Да, я тоже не понимаю. Надо. Опа. Там русские традиции. Погоди, погоди. You seem to be a little robotic. Verify capture code. Если кто-то... И как мне это из чата скопировать, они предлагают? Ну может, сейчас... Right click your compass сейчас. To begin your adventure. Сейчас... Тот случай, когда реальный робот бы это сделал быстрее. Так, ну... Перешел бы по ссылке и прошел их верификацию. Сережа, давай, поставь качаться индику, она 30 гигов весит. Стой, Коль, подожди. У нас 30 гигов нету, наверное. У нас 30 гигабайт, наверное, нету. Так. Значит, папа завтра пойдет продавать печень. Можно просто удалить несколько приложений и 30 гигов появится. VPN плюс GTA, что? Сейчас. Сереж, просто открой трекер и просто напиши индика. У него не пойдет индика. Ему всего 8, а у него уже есть овца, не то что у некоторых. У меня только гигабайт пошел из тех игр, которые я думаю, что не будут, пойдут. Сережа, не мучай ребенка, поставь ребенку индику. Хватит троллить, не пойдет индика. Даже у меня пошла индика. У тебя... Короче. Сережа, почему ты не откроешь сейчас рутрекер? Вот скажи, вот просто. Слушай, ну хорош уже, а? Ну, ради Майнкрафта что сюда хорош? Пришли. До того. Просто предлагаю, просто простой шаг. Открыть рутрекер. Это что-то плохое? Да. Что плохого? Просто открой, хорошо, зайди в Steam, напиши Steam Indie, просто прочитай нам описание игры. В это. Потом.
Ну вот так вот с таким человеком строить великую счастливую Россию будущего, а? Ну я сразу напугал его, видишь, что Индика 18+. Да знаю я эту игру, не ты меня напугал. Скилл. Вы по адресу твоей. Ну ладно, пополнение код. Походу в чат. Я регистрировал пароль. 1, 2, 3, 4 регистрировал. 1, 2, 3, 4 На самом деле, вот то, что сейчас мы видим, это примерно так же я искал интересные сервера в Дискорде. Ну, чтобы просто пообщаться. Вот примерно так же. Ну вон, Skyblock, наверное, там было написано. Что такое Skyblock? Донати, какой донат? Skyblock интересная тема, лучше, типа... Мессенджер. Вот, вот видите, успешная регистрация, не забудь свой пароль, привяжи страницу в ВК. Вот, вот все, вот прям у меня точно так же было все. Как тут сообщение писать? Типа никак? Слэш месседж, привет, мир. Говорит, команда не существует. Или сокращенно. Вот. Попробуй слэш ялп. Убивай всех подряд и побеждай. Какой добрый сервер. Да. Ну вон там бегают игроки, кстати. Там написано было территория, мне показалось терроризм. Терроризм! Вы умерли. Проблема. Донат покупать только на нашем сайте, mybar.ru. Такое ощущение, что трехклассник писал. Только на нашем сайте донат покупать. Видишь, и у нас проекту 15 лет, а тут третьеклассники делают успешный Sirius бизнес. Донаты собирают, да, лопатами. Да, Сережа, пятиклассники делают успешный Sirius бизнес. А ты даже супипиш сделать не мог. Не могу, не смотри, какие толпы. Толпы какие юзеров. О! Чатик, смотрите, там в игре. Бежит. Вот, вот люди пишут, видишь, ты хотел познакомиться. Что? Недостаточно. Нам пишут в Дискорде. А шо в нем? Чтобы просто найти фури фимбой, там еще команды писать какие-то надо. Ну да, вот, к сожалению. Видите, я нас обвинили в спаме и отключили. А что я такого написал? Вы были отключены от сервера, причина спам. И как вот, вот как это на самом деле, я зауважал Майнкрафт, это хороший тренажер жизни. Чтобы понять, как здесь вообще выживать. О, вообще, как в реальной жизни, ничего не понятно. Очень жестокий мир, сложный. У меня от этого шутка про Ру анекдот, что у меня там всего лишь 2 пожизненных бана. А чё так? Да я туда ни разу не заходил. Ну вот чел, с ним можно поговорить? Ну тебя, походу, забанило, потому что ты команды, наверное, флудил какие-то. А может, тут нельзя разговаривать? Тут сообщения-то все в чате какие-то служебные, системные. Короче, для Мамба есть аддон, который позволяет разговаривать в Майнкрафте голосом. Напиши сей, сей и сообщение. Погоди, стой. Нет тут. Сэй. Сэй, а здесь есть фурри?
тупо. Нет тут никаких команд. Короче, бред какой-то. Ну попробуй, Сэй, напиши. Да я пробовал уже. Нету, нету, нету. Такой команды нет, говорит. А слышишь? Привет. Ну, продаю квартиры. Кузница. А может, ты слишком усложняешь, и надо просто сообщение написать без слэша? Давайте искать фурри сервер. Да. Да, ты был прав. Так, обычно ты разводишься, Октавия. И что это значит? Октавиас уже... Кто-то разводится. Кого-то развели. Да что вы наговариваете, не то слово. Продаю квартиры за 50 тысяч долларов. Команды игроков в чате отображаться не должны. Свет. Помоги админу настроить все. Священник. Священник? Да. Прям реально священник написано, смотри-ка. И как с ним поговорить? Ух ты, команда у священника. Фурист. Поженить. Фурист. Ну, видите, какая тут ролевая игра? Священник, так, это так, человек. Фурри! Давай, давай жениться на фурри! Юху. Мы нашли фурри! Гори, стой. Стой. О, видал ведущий все инструменты для битарского? Реализованы уже. Так. Какие все? Только фурри и священник. Священник там, в общем-то, нахер не нужен. Ну вот, костер поставите там вокруг и сделайте общину главного. Костер, ну а кого мы сжигать будем? Там, видишь, овца есть. Чё-то нас выкинуло, короче, отсюда. Овца, да, для постели овца нужна, ты прав. Хочу, где можно строить. Ты можешь проектировать битарцк в Майнкрафте. Так, я так понимаю, нам нужен наоборот сервер, где поменьше народу, да? Или как? Выживание. Applecraft, это что такое? Applecraft? Не знаю. Давай. Ну, давай попробуем. Читер в сети. А, читер в сети. Проверка на человека. Завершите постройку. О, интересно. Ну а что? Заверши постройку. А как? Ну-ка, подумай, где чего не хватает. А, да, я понял. Вот, все. Отлично, Applecraft. Так, что-то интересное. Может, нормальный человеческий сервер? Экспериация. Вон тебе дверь за Рекси. Алсанонч, мы индик с вами прошли. Давайте выбирать, во что вечером шпилить будем. Наверное, в индику. Индику я уже пошел. А, пом. Вот Рентулича. Старые сейвы остались на старом диске, мне лень проходить. Кому надо адские кирпичи, у меня... И это называется не утро, а понедельник рендела. А, тут нельзя. Кажется, ты придал призван архитект. Но мне кажется, ты не осилишь. Я не осилил. О, ролик, привет. Ну, вторая часть пока не зарелизилась, сам знаешь где. А вот первую, в принципе, можно погонять. О, вот, привет, 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 привет. Привет! Каи, что там или написано? Или, honey, I joined to the cult.
Ну, вообще, я хотел написать где-то 2 терабайта порно игры. Артур Нутелла разбился насмерть. И они все лежат без дела. Смотрите, кто-то насмерть разбился. А вот он. Реализм. Там, короче, реализм. Есть еще глобальный чат. Меня химичка сказывала, как она дома смотрела в окошко, там снежок, там вечер, такой кайф. И какой-то мужик мимо нее сверху полетел. Напиши восклицательный знак вот перед сообщением. Сейчас мы хотим ему написать. Видишь, ты еще минуту не можешь писать. Почти. Да, алмазы получила достижение. Вот, Алса, если бы я нашел где-нибудь нормальный VPN, возможно, мы бы поиграли в Unreal Engine. А если играть в Unreal Engine, то можно перепройти Индику. Задание. Это в Майнкрафте такие экраны можно делать? Нифига себе. Это давно так? Там типа прям как веб-страница с гипертекстом. Сережа, в Майнкрафте целые школьные курсы американцы делают. Причем с настоящей физикой и химией. Стой. Все. Короче, во что играть? Ничего не изменилось. Да, ничего не изменилось. Во что играть? Подожди, стой. Все-таки не могу пытаться. О, есть релиз Change, надо будет переиграть в него. Точнее, ремейк Engine. Музыка рано или поздно закончится. Сережа, почему ты к свиньям подходишь со спины, так сказать? Это не я. Вот, это самое. В округе никого нет. Как нет? Куда все ушли? Ты телепортировался. Не, он телепортировался куда-то. Ты куда-то телепортировался, Коль? Тут никого нет. Восклицательный знак – это типа в глобальный чат, я так полагаю. А, написать. Вот они, подожди, стой, давай попробуем еще написать. Может, Сережа в челленджи поиграть? Да Сережа хотя бы в Индику. Где-то. Напиши где-то. Вон тебе даже ответили. Фил, давай, раздевайся. Я уже представил, как сюда можно ботов на ChatGPT интегрировать. Вообще плохая игра. Вот в Индике можно молиться. Неважно где это, неважно что с тобой, ты всегда можешь молиться. А здесь? Тупальник. Как он? Можно в Alt-Shift отпускать и попробовать. Я на координаты. Это координаты.
Сережа, почему ты не хочешь играть в игру, или даже показать игру, где нужно постоянно молиться? Поститься. Нет, постов там нет, а вот мольбы есть, Индика постоянно крестится. Сереж, ты думаешь, у нас нет твоих фоточек, где ты с крестами ходишь? Он тебе дал координаты для телепорта. А координаты для телепорта? Предыдущее сообщение как-то можно прочитать? Ура! А ну все. Всегда делаю. Спасное место. Что такое литры за 30 АБ? Литры это... О, нифига, тут можно статуировать. Кому плоть надо? 4 шалка есть с половиной. Господи. Сережа, ты не ответил на вопрос. Почему ты не хочешь нам показывать игру, где нужно постоянно молиться? Я не понимаю, о чем ты, пожалуйста. Не донимай меня. Мне голова не соображает. Вот здесь вот молиться нельзя, а вот в игре Индика в любой подходящей и неподходящей ситуации можно помолиться. 8 гига минимум GPU, рекоменд 12 гигов GPU. Она всегда может правый клик нажимаешь, и она крестится. А здесь такого нету. Индика православная игра, а вот эти все ваши Майнкрафты нет. Но ты почему-то своего ребенка заставляешь играть в Майнкрафт, а не в православную Индику. А что, все сам... завершаем тогда? Вот, довел! Сережа, вот это все. Статья! Все, телепорт. Так, все, ну кто тут есть? Телепорт, телепорт. Довел ребенка! Ну, ТПА ты в любой момент мог написать. Мне интересно, как можно уйти в затвор, если его нужно передергивать? Ну давай любого. Тут нельзя строить. Вот нам что-то жалко мне детей Внучаева. Их отец такой унылый. Подождите, а как тут строить-то вообще? Вот, ну вот попал человек на сервер. Владелец сервера же какие-то сценарии должен активности продумать. Вот я не понимаю, где здесь написано приветствие, какие-то сообщения. Ну ты типа же в безопасной зоне тебе написали. И он говорит, вот игрок, что он занят чем-то, значит он что-то строит. Где? Чё, как? Нафига? Ну вот он тебе дал координаты. Ну нужно же использовать, а как эти координаты вообще? Странно, он дал координаты, когда я попросил к нему телепортироваться, он сказал, что занят. И чем это отличается? Как я должен это вбивать? Сереж, соедини указательный и средний палец правой руки. Поднеси к лбу, потом к пупку, потом к левому плечу и к правому плечу. Слушай, хорошая. Все, наверное, будем на этом завершать. Очень интересно, очень... Много о чем можно обсудить. Нотные блоки. Я хочу нотные блоки. Вот видите, Сережа меня не любит. Нет, обидчивый какой-то. Нельзя шутить. Вот пишут, тут, все тут есть. В любой непонятной ситуации прыгай с острова. Да, кстати, Анончик вот может верно советовать. Может, через забор надо сигануть. О, привет! Во, видишь, он что-то тут строит. Только это он должен был к Филву, а это какой-то неополитар.
И сейчас, мне кажется, Неоплитар проявит акт любви к нему. Вон он в плаще. Вот он рядом, Филф. Пошли за мной, говорит. Не трогай Неоплитарва. Что такое плоть 5 шалков? Шалки на шекели похожи. Ну, ООВА Х умноженное на Я. Так он был занят чем-то, он кого-то закапывал в яме. Да, а ты вот помешал. Куда он меня ведет? Может, это плохой дядя? О, тут какой-то зал с какими-то анимешными... Надо помолиться. Под защитой. Ну где он? Иди отсюда. А все, все. Я убегаю. Папа, меня эти папа, если сейчас убьют меня. Так. И что, он заманил какому-то этому? Он вообще, может, бессмертный? А где этот фул? Зачем, что он меня бросил? Вот так и Внучаев. Внучаев сначала говорит, пошли делать стартап, а потом бросает. 400 алмазов, я могу тебе продать кирку. Ну понятно, это этот, короче. Скам. Это третьеклассник, продажник. Я думал, что мы с Внучаевым будем строить великую счастливую Россию будущего. А он меня бросил. А кто из вас сейчас играет? А, все. Он, наверное, сижу. У Сережи включился режим фона. Фона и игнорирования. Он не реагирует. Какого игнорирования? На что реагировать-то? Че ты мне предлагаешь? Тебя спросили, кто из вас играет? А, я не услышал. Да он играет. Я чё? Я вообще не умею. Я даже не знаю, как ходить вперёд-назад. Ой. Ладно, я сейчас как-то умру опять. Вот подсказывают, молиться нельзя, но можно пойти в ад. А вот в Индике можно и помолиться. Опа, привет! Опа. Ну вот ты сейчас, кстати, разбился, там большой мир был. Да. Как его зовут? А как персональное сообщение написать? Можно это подсветить чел? Саша Мирка. Мама на заводе, папа в Майнкрафте. Вот, кстати, насчет похожего на Индика. Юми Ники, ну фиг знает. Я, честно говоря, не скажу, что она похожа. Но определенно Сереже бы следовало в Юмнике поиграть тоже. А, ну все, все, все. А, наверное, вышла из игры. Подожди. А? Да, вышел. Поиграйте в Доки Доки Research Club. Баян. А мне понравилось. Задание. Ну-ка, нажми на задание. Так.
Так. Добудь 7 бревен любого дерева. А, в чем суть-то, я могу? Зачем тогда сервер публичный, если не предусмотрен никаких взаимодействий друг с другом? Ну, неинтересно же. Вот со мной тоже никто не хочет играть. Вот другое вот, дело радио. Надо. Заходишь, тебя сразу испытываешь на себе интерактив. А тут, ну в чем смысл вот? Заходишь, вот, ходки, чели. Люди это либо. Никто не хочет играть. Все, я тоже никому не нужен. Но я всегда могу помолиться, поговорить с Богом. Так, ну паркур. Паркур нужно, во-первых, уйти отсюда, наверное. Это что-то другая версия была. Тут очередь такой. Ну вот очередь как на квартиры. Ну не на квартиры, конечно. Ну да, как к хирургу в поликлинике. Творческий, наверное, режим надо, чтобы паркур проверить. Наверное. Все, 10 минут и завершаем, ладно? Долго уже. Одиночно. Коленька, а ты говоришь с Богом? Создать новый мир. А почему выживание? А, о. Вот кор творческий. Нормально. Мирно. Ну ты же хоть, Сереж, образовательные игры. Вот, пожалуйста. Угу. Ну, создавай. С Богом, да? Я помню, правда, как качал бы свой сервер Майнта. Может, правда, Индику скучаю? Ты бояться не будешь? Ну, может быть. Тебя у меня заберут органы опеки. Так. А ты, Сережа, пробуй все-таки. Ну чё, паркур-то, как там делается? Я не знаю. Ну давай смотреть, help. Давай, help, да. Даже ребенок хочет. Вот паркур. Взрослый незнакомый дядя играет с мальчиками в Майнкрафт. Ничего подозрительного тут нет. Вот. А, ну тут просто... Коленька, а ты любишь что больше, арабику или робусту? Я не знаю, что это такое. Сереж, почему ребенок не знает ни арабику, ни робусту? Это игры какого жанра? Это не игры. А что? Не знаю. Это какой-то подвох. Это может быть провокация. Это кофе. Дальше ведущий. Ну и где? Где здесь написано-то вообще? Ну что ж это за свинство-то, блин? Вот. Ну вот, хорошо, вот. Players can do more actions such as. Как? Ну, например, roll. Нажми. Не кликабельно это просто перечислено тут.
Ну как? Какие вот, ну что, что вы хотите сказать? Арабусты и арабики вы предпочитаете? Вы хотите сказать, что... А, подожди, ну это for developers guide. А где? Где это, guide. Блин? Ну как? Roll is one of the breakfalls. How to use land while you press forward or backward movement key and breakfall key. Прекрасно. Что за breakfall key? Не, ну мне нравится. Волшебный эта штука. Сейчас был диалог про кофе и провокации. Мне это нравится, конечно, что приходится разбираться, но это слишком, это too much уже. О, right position, energy drink. Oh, quark potion, nether quartz. Что это, блин? Сережа, это карабика или рабуста? Я, пожалуйста, у меня так голова уже кипит. This mod adds the concept stamina to game, parkour moves. Что? Как это? Почему они не... Как? Вот вы можете объяснить, как этим вот нормальный смертный человек воспользовался? Вот он зашел, вот он это увидел, вот он скачал. Как? Сережа, это не для нормальных смертных человеков. Это для детей, не вот для именно. Тебя. Так, Вики, отлично. Где? Нет тут никого. Это не для тебя, это для детей. Ну хорошо, вот ребенок сидит, он ничего не понимает. Где здесь написаны какие-то значки? Серёжа, как же и так вот в жизни. Южный парк, серия про Майнкрафт. И так вот и в жизни, вот так и в жизни. Ну это абсурд. Ну почему не написано, как этим пользоваться? Вот, посмотри. Вот мне пишут. Мне двойной флэт уайт из свежемолотой арабики. А вам блэк обжарку или брауны? This mod contains even more some features for mod packages. Нажмите Alt-P, ну наконец-то. You can read pay cool guidelines on GitHub. Задолбали, опять эта ерунда открывается. Стамина. Стамина, это же просто... Это мод к модам? Что я не могу понять? Мод к модам? Стамина, это что? Нет, тебе, возможно, надо создание мира сделать и выбрать там вот Forge, вот что это как раз-таки вот твой паркур. Как меня это бесит, а? То есть в одиночном режиме тебе надо режим игры выбрать, скорее всего. Так мы выбрали творческий режим. Не творческий, а вот именно дальше там нет режима паркура. Сергей учится читать документацию. У Сергея пока плохо получается. Ребенок читать уже умеет, а Сергей пока еще нет. Да хорош, ты сам-то, если такой умный, скажи, как мне прыгать в этом? Ты вот смотри, игрок, тебе... ты играешь всю жизнь, я первый раз, ну и чё? Там вон в описании было, как про какой-то мод надо, вот, чтобы прочитать. Нет. Ну вон, открой. Где? Вот смотри, в написано, если патч какой-то OLE мод типа установлен, прочитай паркул вот этот гуид. Да где ты это читаешь? Ну вот прям. Ну вот самая написано. Последняя строчка. If patch OLE мод из инсталлен. Ну, почули. Возможно, этот самый чули, блядь, нужен, но я не знаю. Здесь не написано даже, как попробовать, работает он или нет. Ну как-то, наверное, это какими-то сочетаниями клавиш прыгается, нет? Наверное, где-то логично, что это должно быть написано. Вот в такие моменты чувствуешь себя умственно отсталым, реально. Думаешь, все понимают, этим модом все пользуются, на ютубе рассказывают какой-то классный мод, как там прыгать можно. А как это делать, нигде не написано. Они как вот эти люди, которые эти ютуб ролики записывали, они как это сделали? Вы понимаете, что это вот реально как в жизни? Mm.
А шо в нем, шо в нем? Ну шо в нем паркул, есть? Вот паркул. Во. Паркул. Enabled, disabled. Нет, Коля, просто включен, выключен этот мод. А прыгать как? А шо в нем, шо в нем? Так, ну давайте сначала посмотрим. Так. Вот давай у чат GPT спросим. Вот интересно, ответит, нет? Давай. Ну да, давай. А шо в нем, шо в нем, шо в нем, шо в нем, шо в нем. Не, на самом деле очень полезный сегодня эфир, прям вся жизнь в нем в миниатюре. Я недооценил Майнкрафт. Если в этом ребенок сам во всем будет разбираться, хотя бы по гайдам, это очень полезная штука. Но на компе, не на Xbox. А на Xbox он и не сможет. Слушай, на Xbox вот еще смотрю. Интереснее. Вот гайдлайн вот этого мода, я так полагаю, он просто добавляет функции дополнительные в игру, например, да, вот да, написано да, добавленные действия, ну и с английскому сразу, типа скольжение, например. Да, 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 да. Вот прыжок на стену, вот скольжение по стене. Слушай, а ты попробуй просто вот с включенным этим модом зайти в мир и вот попробовать построить из блоков стену и запрыгнуть на нее. Вот нам пишут, подозреваю, что нужна вертикальная поверхность по поводу разной комбинации клавиш. Или пойти через Way, зареверсить джарки. Это такой прикол, что я должен все сочетания клавиш нажимать и сам разбираться, как это делать? Вот откуда он это берет? Скользить по стенам, чтобы нажать, начать скольжение по стене, бегите к стене и прыгайте на нее, удерживая клавишу W. А разве в движении вперед это не так, W? Так. А где это? Я все прошарил. Где это в гайдлайне? Во время бега нажмите клавишу приседания. Вот паркула. Где это? Вот заходи на GitHub, вот пиши паркул. И вот там в документах написано introduction.md файл. Ну где, где? Вот скажи да, про скольжение. Да, да, да. Ну. Вот здесь, вот, вот, индекс, вот смотри, ну, вот чё? Ниже, вот, вот ну. Смотри. Слайд, слайд. Слайд is an action derived from crawl. Да. You can go through narrow space quickly. Где здесь про space, про клавиши, где? Ну, просто... наверное, чат Do нас. Do crawl while doing fast running. Ну, короче, хрень это. Давай вот тут смотреть. Вот. Так, скольжение, короче, запустили по полу... оба Майнкрафта, пробежали к стеночке и W нажали. Во время бега нажмите клавишу приседания. Обычно shift и продолжайте. Вот, если это сработает, я чат GPT зауважаю прям. Но я не понимаю, тогда я прям письмо напишу разработчику этого вот мода. Вот ты налей. Спрошу, блин. Это прикол такой, что ли? Это для элитки? Это как раньше? Тогда я прям зауважаю Майнкрафт. Как это? Как в этом люди разобрались? Может, покажите это... мне живого человека, программиста, не знаю, академика, сейчас который... Как в вот? Творчества. А в каком режиме? Не-не-не-не, работало все, работало. Ну... Давай, давай, выполняй инструкцию. Ну он только что прослайдил. Прослайдил? Ну да. Зачем ты в выживание-то заходишь? Выживание это, наверное, не работает. Похоже, это эфир года. Ну, давай. Там это, с Ютуба срипьте, а то Сережка всегда после этого удалит все. Какие могут быть прописаны в конфиге мода в формате JSON или не? Лаховской, нужен TOML или YAML. Где это написано? Так. Что посмотрите... Блин, это же самое главное. Это все равно, что продать стиральную машину и не написать, где кнопка включения. Ну давай, подбегай вон к горке и попробуй в упор побежать в нее. Здравствуйте, я купил стиральную машину, но не смог найти кнопку включения. У вас плохая стиральная машина. Дайте мне хорошую. Ну вот, вот все работает. Ну ты полетел. А, куда он работает? Ну это творческий режим, потому что, наверное, включен. Блин, а какой режим-то должен быть включен?
Вот я не знаю, вот я разработчик мода, в котором можно прыгать и делать трюки. Я все написал в документации, кроме того, как прыгать и делать трюки. Вот почему? Вот вы хотите сказать, это не бесит? Это не выносит мозги? Сереж, тогда я реквестирую обзор моего мода для GTA. Ну, хорошо, на твой мод по GTA не делают кучу в Ютубе роликов пока еще. Вот, вот ты давай сделай обзор моего мода. Я, знаете, вот скажу, что большинство детей, они что-то даже нажал? Не играют в Майнкрафт, они смотрят ролики, как другие в него играют. Хорошо, человек, который записывал этот ролик, он как узнал, как это делать? Что это нажимаешь? Посмотрел, наверное, у другого в ролике. Это тайное знание какое-то? Это такой квест, что ли? Автор этого мода? Зови версии Джарки. Берешь дизассемблер? Так. Че у него голова назад вывернута? Это такая лысина у него. Короче, чтобы играть в Майнкрафт, нужно знание ассемблер. Да в том-то и дело, не знаешь уже, чего знание нужно. В этой бесит просто тупик. Такое ощущение. Нажать Alt-P. Alt-P? Alt-P, да. Alt-P. Кошачий пузырь. Блин, откуда ты это взял? Подожди, хорошо, здесь нет сочетания клавиш. Действия, а настройки, настройки. Зайди в настройки. В настройки зайди. Настройки 1, 2. Где сочетание, блин, клавиш? Уже матом хочется. Где они? Действия перечислены. Я уже думал, действия и сочетания написаны. Кошачий прыжок, взбирание по шесту. Тебе GPT написала. Разогнаться и нажать, например, приседание. Ну, блин, где полный список? Что это были за колонки? Идешь в чат GPT и говоришь, дай мне полный список. Если у меня нет чат GPT. Если... Кто тебе только что ответил? Откуда чат GPT это взял? Из астрала. Насколько я понимаю, этому моду 100 лет. Откуда это сочетание Alt-P взялось? Где это взял Анон? Я там ни одного хоткея не видел. Я всю документацию посмотрел. Там про клавиатуру вообще ничего не было. Наверное, он взял и отреверсил Джарки. Человек знает ассемблер, а ты, Сережа, нет. Нет, это же надо, блин. На русском языке написаны все трюки, их можно включать, выключать, а клавиш нет. Может, это джойстиком делается, или я не знаю чем. Этими датчиками... Анусом. Вот я и хотел сказать, наверное, нужен девайс, который надо куда-то засунуть. Только тогда оно заработает. Сейчас. Pearl Gods do AM. Мы разбираемся. Смотри. Ну что, что, что ты нажимаешь? О, руками машет? Да, смотри. Я взлетаю. И ебалом об асфальт. Не ругайся, пожалуйста. Я взлетаю. Два раза нажимаю пробел, он падает. А до этого что, не падал? Нет, падал. Ну а трюки-то какие-нибудь? Ну, паркур. Вот, это называется вот на шпагат сесть. Скольжение. Ну что, не закончится эфир, да, успехом? Лучше уж изучать ассемблер. Хотя бы есть источники информации. Смотри. Может, в Майнкрафте есть какое-то сочетание клавиш стандартное для всех модов, где все перечислены сочетания? Хоткеи? Сереж, тебя не пугает то, что у тебя ребенок предпочитает взлететь повыше? И как? Вот это самое? Fast Run Control, Flip Control, Press Right, Alt and Left. Вот, наверное. А что это значит Dynamic, Blue Light, что-то такое, Stamina, Hue Type. Чё это такое, блин?
нажимаешь синюю кнопочку или нажимаешь лампочку, что не так? Да. Видимо, это какие-то девайсы продаются. Надо купить. Паша Жовнер выпускает флиппер, а это выпускает, наверное, какой-то девайс специальный для этого мода. Ну вот что ты делаешь, Коль? Тебе разве не интересно разобраться, девочек, как это работает? Тебе надо взлетать будет. И падать, и все? Сейчас. Ну что сейчас? Ну хорош, все, Коль, давай, завершаем. Видимо, мы не добьемся сегодня ничего. Press right position? Это не паркур, это какой-то синекит, по-моему. Как забраться повыше и спрыгнуть. Заметьте, твой ребенок делает так. Вот, я бы вот все-таки к психиатру обратился. Ну. Пресс риг их позишн! Еее! Дай мне. Так. Все. Сейчас. Нет, Коль, давай, все. Ну, мы зачем сюда пришли? Давай, я не собираюсь просто сидеть и ждать. Ты это можешь потом сделать. Давай. Сваливает от родителей. Коль, мы заканчиваем уже. Я что ты делаешь? Что? Что ты хочешь проверить? Ты понимаешь, что мы не нашли ответ на вопрос? Мы 2 часа тусим, это уже очень долго, Коль. Так, Сережа, беги вперед и нажми вниз. Как ты это вид изменял? Это... F5. Также предлагают нажать A и D вместе. Вот, ребенок хочет выстроить себе стеночку, чтобы вбежать в нее. A и D вместе? Беги об стену. Вот, A и D вместе. Откуда ты это взял про A и D вместе? Беги, беги, а потом A и D вместе нажимай. У меня на всю жизнь беги. Желание играть в... У меня бы пропало на всю вот, жизнь вместе, желание играть в игры, если бы мне взрослые поехавшие люди указывали, как именно это делать. А мне я вот не указываю, указывали. Я не указываю. Не указываю, в том-то и дело. Просто как мы тут сделали? Уже, как с этим, с КВНом, уже 3 месяца отдыхаем. Да. Вот, А и Д, видишь, одновременно, двумя пальцами, вот, безымянным и этим лучше нажать. Вот. Сейчас. Да не так. Вот так вот удобнее. Что папа хочет сесть в компьютере за 2 часа, а ребеночек мешается. Вот, посмотри, вот, Коль. Посмотри, вот два пальца, вот. Ну, папа! Ну, избавиться от желания играть в игры. Внимание, вопрос, анончик, откуда ты это взял? Что А и Д это прыгнуть? Попробуй действительно почитать, что тебе написал чат GPT. Реверс-инжиниринг сделал здесь вот JAR-файл. Я не могу переключиться, он играет. Все, Коль, все. Давай, завершаем, осталось только выяснить. Завтра папа идет продавать печень Коли и покупает второй компьютер. Есть второй компьютер. Тогда сейчас папа открывает на втором компьютере чат GPT, перечитывает его ответ. Мне интересно, где источник? Астрал. Тайные знания. Слушай, это не школьников. Смешно. Это не смешно. Если бы не Коля предложил этот мод, я бы подумал, что вы меня троллите. Специально мне такой мод дали, чтобы я улетел. Чтобы меня, как это называется, припекло, да? Горело как там. Вот тебе последнее сообщение написали. Прочитай его. В Джабере можно одновременно с 2 устройств зайти или нет? Что такое Джабер? Ну ладно. Мне кажется, что ребенок лучше понимает, что происходит, чем Сергей. Конечно, лучше понимает. Он, ну,
Анон, который это написал, это разработчик мода. Он услышал ваше бомбанейло и пришел помочь. Серега молодец. Годный стартап. Марина дает лимит. Дети вырастают, и мы расстаемся. Серега делает ей нового ребенка и продлевает свое сочевание. Профит. Удивлен, что у него еще и сын. О, все, вроде бы как что-то было. Все, надо завершать. Давай. Все. А ты на мой компьютер. Да, установим. Давай. Уже теперь не надо будет так долго устанавливать. Так, перерыв. Придется сделать перерыв, пока завершаем. Все, ну, в смысле, в записи больше ничего не останется. Все, всем пока. Спасибо огромное. Скоро приду на радио. Видео вы не будет. Спасибо.